важно отметить разницу между функциями и макросами. Макросами в C++ называют инструкции препроцессора. Мы с вами уже говорили про препроцессор, и вы знаете, что это специальный язык программирования, встроенный в C++, который работает со строками. И более того, вы знаете, что эта часть языка обрабатывается в самом начале компиляции. То есть первый этап компиляции заключается в том, что обрабатываются инструкции препроцессора. Оказывается, что макросы можно использовать для определения некоторого подобия функций. То есть здесь написано функции, хотя в действительности надо написать в кавычках. Давайте рассмотрим это на примере. Пусть есть обычная C++ функция, которая принимает два целочисленных аргумента, int x и int y, и возвращает значение максимума из них. Здесь используется тернарный оператор. Если x больше y, то возвращается x, в противном случае возвращается y. Можно воспользоваться директивой define для того, чтобы определить макрос с двумя параметрами, который будет вести себя очень похоже на то, как ведет себя наша функция. Например, можно сделать это просто скопировав соответствующее возвращаемое значение. Однако у такого подхода есть достаточно серьезные проблемы. Дело в том, что препроцессор работает с параметрами x, y, как со строками. Он не заботится о соблюдении синтаксиса C++ и о соблюдении приоритета операторов. В данном случае, если мы воспользуемся макрофункцией max2 в следующем выражении, то при раскрытии макроса подчеркнутое выражение превратится в выражение, написанное в комментарии. Если теперь мы расставим здесь скобки, соответствующие приоритету оператора, то окажется, что в данном случае сравнивается в условии тернарного оператора сравниваются два числа. Первое — это b плюс c и d. То есть условие, которое проверяется, оно не соответствует тому условию, которое мы ожидали, что проверится. Мы ожидали, что будет проверяться c больше d, а в действительности проверяется b плюс c больше d. То есть оказывается, что в таком случае макрофункция будет работать неправильно. Это происходит из-за того, что препроцессор ничего не знает про синтаксис C++, он работает с параметрами, как со строками.